Вот молодцы-то. А где Анастасия? Анастасия-то где? Анастасия там помогает. Гони. Там, уже у девочек. Тут и дело такое, что у меня тут буря была сильная. У вас не было? Нет, все ломало деревья, вон видишь, он сокрушенный. Мы по дороге видели. Вон бетла переломана, тут береза. И у меня башня эта подвинулась туда. Сегодня я ночью решил голубей всех перестереть, перетащить. А это пришел мастер. Видно вот отсюда наклонные, которые вот это и с этой наклон, они неравны. Вот там больше наклонено. Угу. То есть башня сдвинулась. Налево ушла. Неизвестно, что делать. Вот. Я думал, там вверху просили дырки, их столбам притянуть, как пасынок. Не дать дальше съезжать. Мне сохранить надо это. А это у нас новый человек, малыш Арман самый. Ну, мы же к нему подъезжали. Сейчас с ним разговариваем. Он думал, что мы на ягоды. Он говорит, они, говорит, на ягоды ушли. Праздник завтра. Ну, как праздник? Ну, понятно, мы-то знаем. Пойдемте. Вы нам покажите, мы хотели палатку. Палатки хотели? Парк, что вам показать? Место, ну, куда где можно ее поставить? Палатку? Да. Ну только с нами, не там понятно. Же отдельно в лагере. Нам и место. Ну так вот выбирайте. Сейчас пройдите, посмотрите, где понравится. Вы нам никак не Иначе, Иванович, я думаю, у Никиты там, у него будет не мешаться, они не будут там. Ага. Вот. Тогда к Никите сейчас пройдем. А это рядом у нас. Давайте посмотрим. Да. Там как раз... А что бы вам это у нас и места хватает, и все? Да нет, просто мы это, как туристы хотим. Нет, я не просто знаю, что для вас место. На свежем воздухе. Вы не заходили вовнутрь-то? Вовнутрь не заходили? Нет, мы заходили там. Заходили, вы видели, как там спят? Ну мы видели, мы по ролику видели. Ага, да, видели, как у вас там колотили. А почему бы с вами не остаться с вами, а? А, с вами остаться. Здравствуйте. А? Где тут еще отсюда? Да что-то как-то вот охота. Ну, а видели, где спят они? Видела. Мы просто все взяли, как бы, чтобы не зря. У мужчин там место есть. Два. Только зашли и все. Нет, прямо там где-то. Тихо. Мы туда на место есть. Мы туристами. Ну давай. А если уже. Ну, я думаю, это. Ну что, мы из-за этого сили. Какой-нибудь уголочек. Посмотрим сначала. Вы идите, я женщинам посмотрю в магазин. Что, смотри, тут только вот место, вот. Вот место где. Вот тут. Тут вы. Вам не понравится тут? Ну а что, поди тут. Место ровно. Какая разница? Телегу отодвинем и здесь сейчас забьем. Телегу отодвинем и все. Да. Другое место вон там. Идемте-то. Ой, красиво все. Пространство, какое угодно. Хорошее, да. Хорошее, да. Литовку можно маленечко скосить. А литовка есть, Володя? Да есть. Скосим. Все у нас тут ласточки собрались вон там на столбе. Можете ему сказать? А, вон они сидят. Где, где? А сегодня вылетели ласточки у нас. О, это, эти это птенчики же? Да, да. Да. Они штук. Еще маленькие. Смотри, я тогда прямо прошу внутрь пройти. У мужчины все места есть. В принципе, мы можем свое просто настелить. Дождь будет, и ветер обещает, и вы будете здесь. А тут ты встал, тебе стоит при тебе. Ну, постель тебе занести. Шубку тут шубкой не дует. А? Укромное место-то. Пожалуйста. Ну. Вот укромное. Не могу никак заманить комнату. За ветром. Он хочет на улице ночевать. Ну пускай, а вы с нас нашими сестрами тут. Да я с ними строй такой. Ну, видели. Это краном все поднимали. На вид похож на терем. Да. А все знаете. В принципе, можно идти. Все, отсюда вот. Все узнать. Выбирайте. Вон, ну, посмотри дальше. Подальше пройди. А сегодня дождь, да, обещают? Кто его знает? А я смотрела по интернету, вроде не было. Я ей больше еще могу сказать. Везде. Все понятно, все понятно. Любой, убирайте, убирайте любой уголочек. Нам надо будет грабли просто. Грабли? Сейчас зададут грабли. Да, литовку. Лопаты, литовку все, что есть. Да, пойдемте поужинаем сначала. А мы покушали уже. Покушали? Это не поели, это попробовали. Это отрезали только. Вот смотри, вот, пожалуйста, разровняем. О, да в комнате-то как хорошо, там тепло. Иначе, вон, ласточата сидят на столбушке.
Ласточки. Игнатий Игнатьевич, а завтра же служба, да, в 8? Будет? Да, круглая литургия. Вон, видите? Вон. У нас ласточата вылетели сегодня, вон они сидят. Ну, я видела, вон на пенечке. А они вылетели сегодня у нас. А, первый облет у них? Первый сегодня. Вот они где, собрала. Сколько, пятеро? Пятеро было, они сейчас слетели. Вон пять. А это мать летает вон там? Да, там. Да, отец с матерью их тут кормит. Надо дверь открыта, чтобы было. Они могут залетать несколько, целую неделю обратно. Они живут там, у вас где-то живут, да? Да. Пойдемте. Вот это да. А я вчера только вас вспоминал. Нету? Нет, а мы же Володе звонили, Володе не говорил. А я веники тут делаю. У вас береза-то есть там? Конечно. Много. Люди еще, мы приготовили, бульдозер никак не идет. Мы там, эти вот наделаем. Это да? Сваи. Сваи мы обрабатываем, их забиваем от бобров. Я думаю, он не будет есть это, а поработка-то ему зачем? Он же не раз. Это намазываем. Мы промазываем даже не на раз. А потом свержет эта машина. Такая. А потом забиваем кувалдой. А потом. А вы думаете, грызть не будут, вот это они не будут, думаете? Ну, да? Бог его, я думаю, еще время. Жить надоело. Отработка. А, ну она там в воде же будет, да? Ну, в воде и в земле. Ну, чисто из-за масла там. Земля. А он начинает. Что, запах отпугнет? Плотина. Да и вкус он, тоже. Нет, вкус, у него все хватит. И запах, и на язык. Угу. Все изгрыз. Они под плотину. Плотина, допустим, вот такая вот. Угу. Воды вот столько. Так он роет тут, не около плотины, а дальше. И под плотиной. На середину плотины выходит. Угу. А и вода-то если выше, и... значит она уровень подняла. А дальше там в бок, где у него проходит, и наружу. А мы-то и не видим, где она там у него. Ну, он там вообще вот такие ходы. И вот так делал, проходит, да? И прям из-под низу там фонтаном бьет, а дыра вот такая вот. Напор-то идет. Ну и вода-то вся вышла, да? Вышла. Но задержали. Я приехал, они не могли. Я просто знаю способ какой задерживать. Я смотрел подводную лодку. На уровень надо поднять. Мы чистокол выставили, это место начали бутить, до уровня подняли. Откуда они взялись бобры-то вообще у вас? Никогда не было. А я даже не слышал. А я ребят бобры. Просил даже им осинки подносить, корм. А я помню, как вы радовались, что они есть. Ну, понимаете, никто бы знал. Ну. И они там нарыли такие норы, ну, приостановили. Дальнее озеро осталось, там почти 3 метра с лишним, наверное. Глубина. Глубина. Ага. Там можно рыбу разводить. Ну да, рядом они тоже приостановили, где купаться. И поэтому крещение будет в воскресенье. Угу. И, ну, крещение на своем прежнем месте будет? На прежнем месте, но пирс все это теперь под водой. Мы подняли и здесь воду. А-а-а. И поэтому мы сделали так с берега, там вот эти резину настелим, батюшка, чтобы прошел, там илу много. Бульдозера нету, и драглайн не могли достать, который... Глубоко копает, да? Глубоко копает, он канат, канатом бросает, и четверть куба вытаскивает, разворачивается и выливает. Нам нужно углубить. Вычерпать надо. Да, вычерпать. Нет, только по краю. Но если по краю он вычерпает, часть близлежащая туда найдет, можно потерпеть. Но тогда глубина все равно будет меняться, и рыбе ездить будет на зиму остановиться. Ну да. И у меня таких... А так-то же она промерзнет. А у кого промерзнет? Там еще вот новый пруд, вот всего. А, всего? Всего. А, который южный, на южном? На южном. Да. Мы не знали, откуда пойдет, он не проточный был. Ну. Мы копали, а мы не знали, откуда воду брать. И весна она набралась и пошла обратно. И поэтому там чистокол делали, Володя тут такую работу проделали. Пойдем тут помочь. Так, ну, вот здесь все это заросшее было, вот ну, как вон там. Ну, да видели, как вы тут по улице ползали. Пробили мы дорогу. Тут вообще было. Руки надо открыть. Не закрывай, сказать. Они могут ласточата прилететь. Угу. Родители их могут привезти сюда на ночь. Вот они где были. Сегодня они вылетели, мы это засняли, самый момент вылета. Опять проверить. Вот так. Как она заходит, всегда включай свет.
Это, Егор, сходи, мой велосипед, приведи сюда. И сумку привези. Так, готов? Нет, еще 5 минут дайте нам. 5 минут. Сколько? 5 минут. Не больше. Посмотри, дверь открыта. Подходи, откуда? Глянь. Настя отмерли на полметра. Не, не надо, Басня, рассказывайте. Ни решетка, ничего не помогает. Почему? Потому что вы цвет и жить кухонят. Дальше пришел открыто, сейчас открыто. А ты ничего нет, дверь только заколачивать. А двух нам не отбить, потому что вы их очень любите. Вот ответ, Настя, что принесли. Ну, обходите вокруг, если остались там. Ну, не лезьте вы через эту решетку. Ух, а ты пропасть. Так, проходи, сейчас я позову. Покинули нас ласточки, покинули. Все. А все, мы видели, где они сидят. Где Степа? На столбушке там сидели. Подожди-ка маленький. Они улетели оттуда. Улетели? А, да. Кто-то шарился там. Не было. Куда сумку? А вот сюда вот велосипед, но а сумку мне дали. Они уже не погибнут, они уже сформировали. Спасибо, что они прямо все пятеро сидят. Вот так вытянута там палка одна. И они на них сидели. Давайте я вам покажу. На палку вот этой. Так и сидят. Я не вижу на какой палке. Не на столбе. А, вижу. Вот на палке сидят. Да. Ну, слава богу. На какой палке? Ворота, двери не закрываются. Они залететь могут обратно. Вот эти теперь не закрываются. Где они? Где? Вот видишь, справа острая палочка от этого. Да, и что ты опять? Все. Кто приехал? Как-то. Сейчас увидите. Дверь не закрывать, ласточкам. О, сейчас у меня будет в ушах били. Помолимся, пока посидим, мы просим 5 минут. Предыдущие страны. Шторочку забыли. Так, слева. Куда? Самый маленький, почему второй? Это моя защита. Замолитесь, святый Отец, наши Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Я нищий насытых, ты восхвалят Господа, взыскающего, жива будет сердца их век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитвы пречистой Тебе Матери, всех святых Твоих, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Боже, милости будь мне грешному, создав уме, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешному и помилуй. Садимся за стол. Походите, значит, в пункт. Лоточки! Аккуратно, проходите передня сюда. Я сказал, развернись передом, вернись сюда. Переходите вот туда лицом, вот так. Оля, аккуратно. Вы сделаете это, определенно часть. Смотрите, чтобы у всех было первое, второе, все такое. Благословите. Так, внимание. Ни слова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. По славу Богу, ешьте до свидания. Сейчас, вот
Мы вам можем дать остаться. Владимир Геннадьевич. Возьмите, как у вас упакуете. Или там упакуете, вы ничего не замечаете даже. Женя, тебе целую половинку. Сейчас подожду. Вот. Все только что пришли. Решили? Угу.